Какие меры предосторожности стоит соблюдать в сезон распространения гриппа? Как уберечь здоровье, когда помимо обычного гриппа существует коронавирус? На эти и другие вопросы ответил главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Инвер Байчоров. Подробности у Аслана Гирюгова. Осень и зима – это период распространения различных вирусных инфекций, к которым большинство людей всегда было готово. Но в этом году к ним прибавился уже известный всем коронавирус. Как отмечают врачи, человек может заразиться сразу двумя болезнями – сезонным гриппом и ковидом. И поэтому процесс лечения может усложниться. Профилактика сезонного гриппа – это в первую очередь, конечно, вакцина-профилактика. Организация первичного звена медико-санитарной помощи, городские районные поликлиники получили уже в полном объеме необходимое количество вакцин для профилактики гриппа. Поэтому я призываю жителей нашей республики, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинопрофилактике, все-таки пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства. Помимо этого, следует соблюдать масочный режим, больше находиться на свежем воздухе и заниматься спортом, ведь все это помогает укрепить организм. Также стоит принимать витамины. Энвер Байчоров посоветовал проконсультироваться у врачей и получить назначение. Тем более осень богата на овощи и фрукты, в которых витамины в естественном виде. Сейчас на данный момент много очень витаминных комплексов, много иммуностимулирующих препаратов, но все эти препараты, естественно, только по назначению врача, проконсультировавшись правильно с ним. Но коронавирусная инфекция, она и так тяжелая инфекция, которая может протекать с двусторонним воспалением легких. А если на это будет накладываться еще и сезонный грипп, и респираторная вирусная инфекция, то, естественно, состояние больного будет гораздо тяжелее. Поэтому, чтобы обезопасить себя, конечно, сделайте вакцину от гриппа. Также стоит не забывать о главных мерах предосторожности. Избегать массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком, а в общественных местах носить маску. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.